Друзья, сегодня я советую вам посетить канал еще одного летсплейщика Генкора. У парня достаточно много креативных и интересных идей, которые он воплощает в своих видеороликах. Генкор действительно заботится о своих подписчиках и выпускает довольно качественный контент. Ссылочка в описании, так что переходите и подписывайтесь. Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! С вами, как обычно, Герман, и сегодня вас ждет не FIFA. А сегодня мы вместе с вами постараемся найти ответ, во что же поиграть, когда серверы EA Sports не работают, а такое, как известно, очень часто бывает. Сегодня я попытаюсь найти несколько флеш-игр, которые можно найти в интернете и бесплатно, собственно, в них поиграть. Почему бы и нет, ведь FIFA уже подзаезженная тема. Серьезно, все ждут выхода 16-й FIFA, и мы ждем, и пока мы ждем, мы играем во флеш-игры. Поехали! Недавно я наткнулся на сайт, который называется mousebreaker.com. Это, наверное, один из самых больших сайтов, на котором есть целая куча различных флеш-игр. Собственно говоря, здесь я и буду играть, и ссылочку на этот сайт вы найдете в описании под видео, для того, чтобы вы тоже могли попробовать эти игры. Первая игра называется Sports Heads Football. Собственно, исходя из названия, мы понимаем, что играть мы будем головой. Я, честно говоря, уже попробовал разочек в нее сыграть. И давайте покажу вам, что это вообще за хреновина такая и стоит ли ее вообще тестить. Что касается управления, здесь не так все здорово. Все мы привыкли к джойстикам, но здесь мы будем управлять мышкой и клавиатурой. Ну что ж, нажимаем новая игра, и нам открывается вот такая вот картинка, где есть 10 матчей. Здесь есть Уэйн Руни, какой-то Рут Брагна, Криштиану Роналду, ну только Криштиану Ролевер, ладно, не суть. Вот персонажи, которые у нас имеются, за которых мы можем играть. Тут белокожие, темнокожие, это Криштиану Роналду, я так понимаю, это я не знаю кто, непонятно, правда, кто это. Ну, наверное, они взяты с реальных футболистов, в общем. Я, наверное, возьму здесь Криштиану Роналду, потому что его мы точно узнали. Матч начинается, и так, мы прыгаем, бегаем, и можем нажимать на удар, перекладина, и это 1-0. 1-0, потому что наш персонаж не может обойти за мяч почему-то, ну ладно, в общем, не суть. Так, пока что Криштиану Роналду оправдывает свое имя. Вы сейчас скажете, что я читер и что я уже играл. Нет, вы так не скажете. 1-1 счет. 3-2-1, поехали. Так, в общем-то, появляются разные плюшки, вот как вы видите, друзья, которые есть вверху. Если мы в них попадаем мячом, то либо мы начинаем быстрее бегать, либо еще что-то происходит. В общем, какие-то такие приятные хреновины. Бежим. Друзья, это как FIFA, я понял. Здесь все решает только пейс. Ничего не меняется. В футболе все однообразно. Здесь у нас так. Soccer Sweat Swap. Я так понимаю, какие-то карточки будут. Ну, давайте, quick game, да, поехали. Быстрая игра. Так, когда мы читали инструкцию? Ну, когда, континент. И что это? Это, походу, карты, чуваки. Это карты. Вижу, у меня вон Кантана есть, такая блестящая карта. Видимо, какой-то джокер. Что, мне надо кем-то ходить, да? Кто нам самый ненужный? Давайте, я не знаю, кем. Давайте, это Реми, наверное, да, давайте вот это француза. Так. Пенальти в карте. Что? Что это? Что? Что происходит? Так, ну, у меня поменьше и у вас. Я проиграл. Охренеть, меня обманывает компьютер. Что такое? Так, он мне дает 86, а я вам сейчас вот так, на тебе 90, получай. Что? Отдайте моего Кантану. В смысле, я не понял, как это вообще работает. Что за фигня? Как-то он две карты дал. Так, победа, наконец-то. Это же Бентнер. Нет, Бентнера я так просто не отдам, дружище. Кого нужно положить, чтобы выиграть Бентнера? Давайте вот этого самого большим рейтингом отдадим. Чтобы Бентнер достался именно нам, Бентнер достается нам. Отлично. Следующая игра называется Jumper, и в общем-то это пятая часть, и если учитывать, что я не играл ни в одну из предыдущих четырех, не знаю вообще, что это будет. Предлагают выбрать кожу футболиста, давайте сделаем его темнокожим. Давайте сделаем темнокожим, так, прическа розовая, и да, вот так.
Все, отлично. Страна. А нет, давайте сделаем, раз у нас сегодня уже лорд встречался, давайте мы сделаем из него лорда. Вот так. И все, начинаем карьера. Поехали. Какие-то миссии, задания здесь. Непонятно, что делать. Так, что там мышкой управлять, я понял. Так, двигается персонаж. Удар. А, нам нужно поймать мяч с лёта, я понял. Все, так, нет. Надо, чтобы ты больше не показывалась. Ага. И поехали. Удар с лёту. Очко, друзья. Это неплохая игра. У меня получается из нее играть. Тут, короче, разные штуки есть, чуваки. Здесь можно вот такой вот... Я даже не успел ни хрена ничего подумать, что мне надо нажать-то. Так. Я понял, ничего себе. Надо успеть, короче. Блин, как быстро она пролетает, а? Сейчас я успею. Да блин. Что за фигня? Все, сейчас успею. Раз. Оп! Это девятина, это уровень, серьезно. Следующая игруха. Так, следующая игруха называется Romance Rest. Ну, не знаю я, что это за игра, но вижу он Жозе Муриньо на экране, я так понимаю, это. Что с тренером? Или кто это? Не тренер, это директор клуба, что с ним? Так, нажимаем быстрая игра. И летим. Летим или не летим. Так, все, понял, надо пинать, короче, Жозе Муриньо ногой. Все как и было написано в менюшке. Пинать ногой Жозе Муриньо. Так, что мы тут летаем? Не понимаю я пока, что нужно делать. Жозе Муриньо. Что это? Чуваки, я не вставлял музыку, клянусь. Это то, что играет в самой игре, серьезно. Я аж испугался. Серьезно, на меня напугала эта музыка. Она страшная. Кто додумался ставить такую стрёмную музыку в эту игру? Нет, я хочу еще раз попробовать. Давайте еще раз. Так, да, старт гейм. Отлично, пинает ногой. Все, да, и мы готовы. Так, все, поехали. Смотрите, это кубки, короче, чуваки. Это мы типа его пинаем ногой, это чтобы он кубки различные собирал. У нас нет. Ну серьезно, ну блин, не получается мне играть в эту игру, но я хочу еще раз попробовать. Поехали, давай, отправляем Жозе. Прям же, мне кажется, я играю... Я хотел сказать, что я играю только из-за того, что происходит при моем проигрыше. Давай. Нет, ну что, мышка не успевает, ботинок за моей мышкой, да как так-то? Опять мы проиграли, опять мы... Слушаем эту дурацкую. Печаль, беда. Следующая игра называется Zombie Football или Death Penalty. И здесь клевый музон, чуваки, здесь клевый музон, который играет вообще, кстати, начало многообещающее. Я думаю, что раз такой клевый музон в начале, значит, игруха будет точно сильная. Давайте посмотрим, что же нам предлагают делать в этой игре. Нажимаем play. Вы тоже слышали этот звук безумный, который издал, видимо, какой-то, я не знаю, зомбар или еще кто-то. Так, рука оторванная, нажать гол, окей, все, поехали. Так, проход по флангу, там все съедены на фланге, по мячу мы не попали. Ближе мы не можем зайти, ладно, хорошо. Один зомби еще на нас идет, короче, так, ну мы... он еще и встает и все равно идет. Ну, умирай, на ногой, получай. Нет, он исчез, отлично, теперь нам нужно вратарь. Ого, еще и вратарь на нас теперь выходит. Блин, че я такой корявый? Когда же ты умрешь, вратарь? Когда же ты... Да блин, что я не... Во, упал, отлично, все, бей его. Назад, попадай, все, отлично, просто отлично. И теперь у нас какая-то демоническая хрень в воротах, которую тоже нужно уничтожить. Эй, это победа, чуваки. Это победа. И... Смотри, у нас вылез из ворот их два. Теперь один очень быстро, кстати, бежит. Я пока... Ого! Это что за хреновина такая вылезла? Три зомби на нас бежит. Давай, бей. Слушайте, я не успею во всех. О,
Вообще, так можно, можно ногами их бить, короче. Тогда вообще проще. Нет, не получается. Ну, давай, давай, ногами. Да, все, ногами их можно вырубать, короче, чуваки. Нет, нет, нельзя. Нельзя. Что происходит? Вы тоже это видите? Это же какая-то херня какая-то. Я же боюсь начинать новые игры, потому что я даже не могу представить, что же нас может ждать. Серьезно, чем дальше, тем более наркоманские игры нас ожидают. Футбол физикс. Физикс, да, наверное, так правильно. Так, АПЛ-ка у нас здесь, я так понимаю. Это таблица у нас, игра, так что... А, кнопка у нас, короче, прыгает только. Что? 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 Что происходит? Что? Что за хрень? Что происходит? Серьезно? Я не понимаю, здесь только одна кнопка, по которой можно управлять, просто нажимать вверх и все. Здесь больше ничего не задел. О, мы забили, отлично, 1-0. Что, баскетбольный? Что за упоротая игра? Ничего себе, там чуваки ножницами хреначат, а? И почему они вдвоем сразу прыгают? Все? Так быстро? Матч закончился? Я не понимаю, серьезно, я хочу еще поиграть. Серьезно, у нас только одна кнопка, чуваки, только нажимать вверх и все, и смотрите, как они синхронно это делают. Почему у нас так не получается? Да, и горим мы уже 1-0. Что, банан? Банан? Как можно бананом играть в футбол? А, вот, все, они тоже корявые, как и мы. Теннисный мяч. Как, короче, каждый, после каждого гола нам меняет предмет, которым мы играем. Я, получай! Серьезно, это Брюс Ли какой-то, вы видели, как он побежал туда? Что это такое? Ого, там, давай, защитник у нас один справляется, второй чувак просто в воротах лежал, и все, матч закончился. Все, я на самом деле больше не могу играть в эту хреновину, и мне кажется, у меня голова просто взорвется от их наркомании, я не представляю, кто придумал эти игры, но они существуют, и если вы хотите убедиться в этом, опять же, переходите в описание под видео и поиграйте на этом замечательном сайте. Ну и на этом, в общем-то, все. Поставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами, как всегда, был Герман. Всем футбол и играйте только в хорошие игры. Пока!